Сургутском районе произошла смертельная авария. Сегодня около полудня на автодороге Сургут-Линтор, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Hilux не справился с управлением. Машину занесло и выкинуло в кювет. Автомобиль опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия 64-летний водитель иномарки погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир получил травмы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.